И все мы над ними смеялись. Но никто из нас не пришло в голову понять, что же иногда приходится переживать. Много бомжей, много бомжей, много в Москве, много в Екатеринбурге, много в Петрограде, много в Гамбурге, много в Берлине. Они греются у закрытых витрин, они застревают в подвалах, им нечего больше делать, а только бухать и бухать. Ты кто такой? Я Витя. Понятно, что ты Витя. Ты в принципе кто такой? Ну ты до одеколона сегодня пил? Пил? Ну привет, я Витя. Витя, тебе сколько лет? Столько. Это пять? Это хобот. Витя, кто у тебя папа? Папа инженер Гальгау. А, это я еще нормально попал с бомжом, да? Витя, что тебе надо от меня вообще? А дай мою бутылочку, пожалуйста. Эй, не, я занят. Бутылку я не отдам. Бутылку не отдам. Стой! А ну-ка, отдай ему бутылку. Слышь, это кто вообще такой? Это Готя. В смысле Готя? Ну ты беляшом сегодня закусывал? Да. Ну вот, знакомься, это Готя. Готя! Готя? Голя! Готя! Не, бай. Готя! Гоша! Ты тупой! Голя! Гоша! Готя! Ясно! Костя! Там здесь Готя меня зовут. Костя! Бомж! А ничего! Костя, зачем ему бутылка? Короче, берем бутылку, делает минигальный. А потом делает лимонад и брать сипунга. Бомж, бомж. Сипунга? Непонятно? Не. Ну ладно. Сипунга. Что такое сипунга? Сипунга. Ты тупой, что? Сипунга. Делай бутылку, будет сипунга. Где ты тупой, что ли? Тупой, что ли? Какая сипунга? Тупой, что ли? Такое? Тупой, что ли? Тупой, что ли? Бомж. А, где вы? Бомж. Меня вообще-то Серега зовут. Игорь. Че ему надо вообще, я не понимаю. Ну чё, тебе непонятно что ли? Че ему надо с этой бутылкой, я не понимаю. А я не с его района, чё ты меня спрашиваешь? А? Как тебя зовут, Игорь? Серега. Игорь. Серега. Игорь. Серега. Серега, не, Игорь. 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 Ну ладно, Игорь, Игорь. Чё? Игорь, это. Повесели нас. А что у вас там есть? Ну, спой гитарку там, песенку. Ну, я, конечно, спою, но я Серега. Песенку спой. О, Александров, ты здесь что делаешь? Пойдем, слова подержишь. Александров. Ты что, наглый, зимай, придурок вообще. Коша. Сегодня. А, нет, черт. Иди. У меня, конечно, здесь сакрами, бла-бла-бла, а у него потом вообще будет синяк. Ну? Ну да, не знаю, гитару сейчас делаю. С ума сошел. О, песня. У слоника болит нога. Нога! У быка болят рога. Нога! У белочки ушел муж. Благовещенский дизайнер Труш. У всех животных есть свои проблемы, а у нас для вас есть веселая тема. Тема! Только парад планет не знает никаких бед. Ведь если мы пишем номера про бомжей, какие у нас могут быть беды? Оп! У Путина были выборы.
губернатора будут выборы. Да. У депутатов были выборы, а у нас, походу, никакого выбора. И только парад планет не знает никаких бед. Ведь это парад планет не знает никаких бед. И все только парад планет. Не знает никаких. Ну все, хватит, что за бред? Что происходит? Кто? Какой бред? Это вот какие-то два дурака у меня пытаются отнять бутылку. Слышь, иди отсюда вообще, понял, да? А то сейчас снаряд вызовем. Придурки. Эй, бомж! Вить, что за тема? Ты достал уже третий раз за неделю. На свою бутылку. Чего дальше? Не знаю. На самом деле дальше у нас будут очень серьезные слова. Потому что 4 сезона подряд это, ну, довольно солидный срок. И я думаю, самое главное это вовремя уйти. И поэтому сегодняшняя игра, на самом деле, наша последняя игра в Благовещенске, больше мы выступать не будем. Вот так. Спасибо вам! Да, если у кого есть что сказать... Вконтакте. То пишите ВКонтакте, да. Мы смотримся, да, на фоне зала? Да, смотримся, конечно. Большое спасибо вам, что поддерживали нас 4 года. Нам было очень приятно. Мы надеемся, мы вас радовали. Мы играли для вас. Да, с нами очень многие фотались после игр. Ну, вот. Мы хотим сфотаться на вашем фоне. Первый раз вместе с вами сфотаемся, можно? Спасибо, пока. Спасибо, парад планет.